Мне трудно сказать что-либо по этому вопросу относительно забот об инвалидах. Почему? Потому что, наверное, я не смотрю телевизор и не читаю газет в связи с занятостью своей на гастролях, в студии и так далее. Могу сказать одно, что не только я и другие мои коллеги поддерживаем инвалидов благотворительными концертами, множеством акций и так далее. Очень бы хотелось, чтобы все планы, которые задумываются по этому вопросу, запланированные, они сбылись. Очень бы хотелось. И очень бы хотелось, чтобы все-таки наше общество относилось более внимательно к проблеме этих людей.